Это тот самый случай, когда поражение – повод для поисков новых подходов к игре. А два поражения подряд – более чем серьезный повод задуматься. На протяжении полугода российская сборная по мотоболу во главе со своим тренером Валерием Нефантьевым работала над секретным рецептом победы. Только со зрителями нашего канала спортсмены поделились составом этой гремучей смеси. И первое, наверное, самая главная составляющая – правильный настрой. Объективно оценивая ситуацию, я прекрасно понимаю, что сборная России, ну, может, не на голову, но выше любого соперника, французов и немцев. Встроенный настрой – хорошую команду. Естественно, сборная России будет бороться за первое место. Это нормальное явление, и мы привыкли к этому. Второй ингредиент рецепта победы – повышенное внимание к технике. Перед долгой дорогой боевых коней тщательно моют, щедро поют свежим маслом, надевают новые доспехи. Конечно, этот обряд проводится перед любым соревнованием, независимо от статуса. Но перед европейской баталией спортсмены стараются подготовить технику идеально, перебирая даже те узлы и агрегаты, которые вроде бы и не дают повода для беспокойства. Максимально все поломки надо устранить, все сделать, чтобы там как можно меньше уделять этому внимания и полностью отдаваться игре. Еще одна составляющая – активное привлечение в ряды сборной России молодых спортсменов. Правда, в нашем случае молодость вовсе не противоположность мастерства, а ровно наоборот. Алексей Волков приглашен в сборную в этом году. Он впервые выступит на столь статусных соревнованиях. Тем не менее, вряд ли можно считать этого парня, который, кстати, имеет звание мастера спорта, новичком в мотоболе. Очень долго я к этому шел. Получается, 11 лет уже занимаюсь изначально с группой подготовки «Металлурга», видно. Поработала команда и над тактикой. По признанию спортсменов, записи нескольких прошлогодних игр, особенно финального поединка с немцами, были очень внимательно просмотрены много раз. В результате появилась еще одна составляющая победы – тактическая. Сборная команда Германии, Франции, они играют другой мотобол, у них другая тактика, и нам надо подстраиваться, надо искать подходящие комбинации для того, чтобы взломать оборону соперника. Есть несколько интересных заготовок. Я думаю, что если все получится, то все будет хорошо. Наконец, стоит сказать о последней составляющей рецепта победы. И это хороший отдых перед игрой. Будет 3-4 дня, так сейчас надо немножко забыть, отойти от мотобола, в нормальном смысле слова, расслабиться там все, чтобы немножко соскучиться, по-хорошему быть голодным к мотоболу. И там уже в полной готовности показать на то, что мы способны. Хочется верить, что рецепт, о котором нам рассказали члены команды, приведет нашу сборную к очередной победе. А пока железных коней грузят в специальное отделение автобуса, где они и отправятся в свое путешествие. Вместе с ними на чемпионат Европы по мотоболу поедут и спортсмены. А нам остается только болеть за земляков и ждать их с новым победным кубком. Максим Козлов, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».